Всем привет! В этом видеоуроке я расскажу о том, как исправить ошибку с Wi-Fi. Если у вас Windows 10 и Wi-Fi постоянно вылетает, решение простое. Нажимаем правой кнопкой мыши на пуск, переходим в диспетчер устройств, выбираем сетевые адаптеры, Network адаптер, правой кнопкой мыши, обновить драйвера. Выполняем поиск драйверов на этом компьютере. Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере. Убираем галочку с только совместимым устройством. Ожидаем. Загружается список драйверов, выбираем наш драйвер, Network Adapter Microsoft, нажимаем «Далее», на предупреждение не обращаем внимания, жмем «Да». Вот и все, установка и обновление драйвера произошла, после чего ваш Wi-Fi больше лагать не должен. Пишите в комментарии, кому помогло это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.